Всем привет, ребят. Ну что, сегодня опять китака, и сейчас мы будем забирать то плюшки и посмотрим новую акцию, в которую я еще не играл. Забрал два больших пакета. С них шестой сетик Железные воли дают, то есть шестая эмблема, сразу же два сета воодушевления для архидемона мне нужны будут, чтобы семерку сделать. Ну, камни на руну улучшения, 336 камней на роллинг. Сейчас мы их используем. Посмотрим, какой дроп здесь. Две больших сумочки, 12 сетов. Ну, все, ради чего я забирал, это сетик воодушевления и, конечно же, кристаллы. Так, окей, забрали мы это все. Побежали сразу, пока акция не пропала, сюда. 40 осколочков седны. Смотрите, какие тут герои падают. Огнекрыл 10. Ну, как видите, падают. Добавили огнекрыла сюда. Ну, по-моему, поярче, чем у нас было. Поехали дальше. 15 попыточек у нас. И сразу же, ребята, сразу же Асуру выбиваем. Причем выбиваем Асуру. Целого не осколки. Супер. Огнекрыл. 5 штучек, офигеть. Ребят, целая Фрея, это топ, это просто жесть. С вас лайки. Китака рулит. Так, Фрэнки 50 осколков. Фрэнки еще 50. Повелитель бури 40. Бигфут. Седна целая. Ну, я вам скажу, неплохо, неплохо. Седна, Ворожей, Асура 50 осколков, еще Асура 50 осколков, офигеть, Афинка, Биги и Заклинательница. Ну, что я могу вам сказать, в принципе, очень-очень даже неплохо, учитывая то, что... Так, где там они? Вот они все есть, ну... Круто, 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 круто. Поехали дальше. Так, забираем плюшечки. И идем дальше трешевать. Так, что у нас тут за акция есть? А, это мы, по-моему, забирал я уже. Так, это забрать и вот это забрать. Ну, тут немножко не так, как у нас. Ну, смотрите, дают 100 штук сразу же. Рогатого. Ну, неплохо, неплохо. У меня тут, я не знаю, сейчас посмотрим. По-моему, в районе 1500 накопилось. Я не помню. Ну, очень много дают Рудольфа здесь. Так, забрать. Забрать. Окей. Эту акцию мы забрали. Так, ради интереса глянем. 1465. Просто жесть. Здесь бешеным темпом качаются питомцы у меня. Я их, конечно, по скиллу еще не прокачивал. Так, поехали. Самая основная интересная акция вот эта. У нас есть 24 попытки. Сейчас посмотрим, как в нее играть. Честно говоря, в нее я еще... не играл, первый раз ее вижу. На других серваках она была. У нас, по-моему, на русском еще ее не было. Поэтому сейчас будет очень интересно посмотреть, что отсюда падает. И стоит ли она того. Так, окей. Окей, окей, окей. Забрали это все. 24 попыточки у нас есть. Поехали. Смайлик. Вот так вот. То есть... Ага, все, я понял. Вот так вот, ребят, звездочка, это типа этот приз идет. Типа кулачки. А, потом можно будет открывать сундучки вот эти, слизни. Ну, супер. Ну, это такая же, как, в принципе, и та акция с кулаками. Сейчас позабираем звездочки. 100 кулаков и сразу 10. 10, ребят, 10 камней. Оу. Типа открыли все и нам дали приз, пятый сет и карту.
А чё, я их не могу открывать? Что-то я не понял. Получить все или оно... А, оно типа дало все. Нет, непонятно вообще. Странно. В общем, странно, странно очень. А, вот дает открывать. 50. А, два раза, наверное, надо щелкать. Ну, значки почета хотя бы дают. Камень аугментации тоже неплохо. Ну, здесь проблем на китайке с кулаками. Оу, 50. Ну вот, блин, нравится мне этот сервер. Коробочка пятая. Фига себе, мы сейчас тут нагребем всего. Еще одна коробка. Отлично. 50. Да тут можно будет скоро прокачать все просветы на сотку такими темпами. Думал, не буду вкачивать, но все-таки смотрю, здесь силу нам придется качать. Минимум хотя бы до 300. А то и выходить в топ. Ну, со временем я как бы не особо спешу, и кулачки дают. Ну, очень интересная вспомогательная акция. Так, еще 3. И еще 50. Ну, просто, как по мне, супер. 150, две коробки, ну, отлично, очень-очень достойно, скажем так. Так, что у нас тут еще есть? Есть еще пират, я вам его уже показывал. Сумочки огнекрыла падают. Также синие и красные кристаллы. Ну, давайте еще, сколько у меня там самиков. Давайте 1015 до 160. Так, ну, такое, видите, тоже кулаки здесь порезали. Вот 15 выпало. Неплохо. Ну, поярче, я вам скажу, чем мне на основе. Сейчас выпадает уже 2500. Окей. Ну, сумочка их не крыла. Правда, тут первые падают. Но все равно уже попроще будет. Неплохо, неплохо. Третья карта даже упала нам. Ну, еще 3 раза можно жмакнуть. Даже 4. Так. Ну, помимо этого, то, что я сейчас это все трачу, тут тоже... Тут акция намного круче на трату. Можно собрать на краса. Для бездоната просто рай, китайский сервер. Если копить, еще одна сумочка. Так, окей, все, в принципе, остановимся. Ну, КГшки, видите, не особо падают. Что там у нас уже? Ну, вот еще коробка. Ну, вот так вот, по чуть-чуть, я хочу забрать священный огонь. 2 дня идет акция, также пакт будет сегодня. В общем, топ-контентик обеспечен. Так, окей, что у нас по ресурсам? Давайте посмотрим на склад. Ну, такое себе, 2800, не очень, а вот кулаков прилично нападало. Как обычно, в общем. На китайке с этим проблем нету. Так, что у нас еще интересного? Слизни. Это я, по-моему, дерево добивал. И дерево я добил. Гаргула. Да, мы гаргула качали. Прокачали, точнее, уже практически. Надо еще 600. Надо будет его докачать. Так. Ну, смотрим дальше, что у нас интересного такого есть. 42 смены. Ну, вот уже смотрите, сколько у нас здесь миллионов. Прилично.
13 коробочек, пока их не буду тратить. Так. Талантики, как видите, тоже. Ну, в общем, так, по чуть-чуть аккаунт развивается. Самое главное, что мы докачаем просвет, и потом сможем уже ковать руны. Так, ну, давайте сейчас сундучки пооткрываем еще. Еще одна коробочка, супер. Давайте, пятый сетик. Бум. Еще одна железная воля. Вот так вот. Так, давайте 2 и 10 откроем. Ну, тут бы, конечно, мне оживу повытаскивать, но, к сожалению, ожива что-то здесь, на этом сервере, практически не падает. 3 сета психощита, 1 сет еще грубой силы можно будет сделать. Ну, супер. Это радует. Бог войны. Ну, прилично, прилично. Так, четверочка. Что у нас тут еще? Короче, тут куча сетов. Вот, смотрите, 3 пятых сета уже есть. Супер. Давайте сумочки с огнекрылом пооткрываем. 6. Тут. Бум. 45. Плюс 50. Супер. Такое ощущение, что тут скоро будет огнекрылов больше, чем на основе. На китайке. С такими темпами. Так, окей. С этим мы разобрались. 60 яиц. Копилочку. Это тоже надо пооткрывать. Ну, я считаю, очень круто на Китае в плане акции. Ну, и у нас сегодня тоже там неплохая акция. Идет хрустальный сундук. В общем, все по высшему разряду. Радует, радует акциями, балует нас. Не знаю, как вас, но меня точно балуют. Так. Хотелось бы, конечно, побольше кристаллов на русском сервере. Ну, в принципе, вроде как бы все позабирали. Все, будем ждать уже, думаю, на этой неделе. Возможно, будет здесь обнова. Я надеюсь на это, что я смогу уже нормально записать вам полноценный видос про обнову. Не хочу вам рывками там инфу кидать. Хочу уже доступно, чтобы у вас все было. В общем, вот так вот, ребят. Такая вот китака. Идем 220 сейчас будет следующий рубеж у нас. Следующий титул надо взять. И будем дальше качаться. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно лайки лепите. 1000 лайков и будем идти к 300 тысячам силы. Все, всем пока.